на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. На календарі у нас сьогодні 23 червня. А сьогодні, до речі, відзначається Міжнародний олімпійський день. Ну і ми далеко не будемо відходити від теми спорту. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про вельми цікавий і, можливо, навіть в деякому плані екзотичний для України вид спорту, а саме регбі. До нашої студії завітали Євген Константінов, президент Федерації регбі міста Миколаєва, та Артем Головач, президент Федерації регбі Миколаївської області. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго утра. Розкажіть, будь ласка, як у вас настрій і як у вас справи? Давайте начнем, Артем, да. Ну, все отлично. Утром. Прийшли розказати о такому виді спорту, як регбі. Він, кстати, доволі, ну, являється вже олімпійським, теж, поэтому регбі 7. Поэтому тоже вот развиваем его в городе и в области, и по Украине. У нас в Украине, насколько я розумію, регбі, ну, це, в принципе, доволі розповсюджений вид спорту, так? Бо, да, наскільки я знаю, є 18 міських федерацій, так? Да, да, все верно. На сегодняшний день довольно-таки распространенный, и он распространен в крупных городах. Такие города, как Николаев, очень тяжело продвигается развитие. На протяжении 10 лет мы его развиваем, стараемся. 10 лет существует Федерация регби области. Существует команда РК «Корабел», в которой мы параллельно играем. В основном нас принимает Одесса, Харьков, Киев. Там, где больше развито, где больше матчей проходит. С помощью таких партнеров мы развиваемся. Проводим больше игр, турниров. Участвуем, в принципе, в нескольких лигах. И в разных разновидностях регби. Это регби 7, регби 13, регби 15. Регби 15 нам тяжело собрать, так как не сильно популярен в Николаеве вид спорта, мало людей занимается. И мы, в свою очередь, помогаем команде Одессы, на сегодняшний день это политехник одесский, и играем за них в различных турнирах, в тренировках, поддерживаем их. Тобто є декілька різновидів видів регби, так? Це регби 7, регби ліг. Регби 7, регби ліг і регби 15. Ну, регби 7 ну, уже как является олимпийским видом спорта, говорили. Регби 15 это классический, ну и регби 13 как бы более... Регби лиги, европейская лига, да. А в чем разница? В кількості гравців, так, в команде, насколько я розумію? Так, да. Ну, в кількості, ну, в количестве игроков на поле, да, в команде, ну и разное время игры. Детализация правил тоже там немножко, ну, отличается. Проще, да. Как бы основного, ну, основных таких больших различий нет, есть как бы основа овальный мяч. Поэтому, а багато, да, хто порівнює цей вид спорту з американським футболом, так, який є такий, скажімо так, більш медіапопулярним завдяки американським серіалам і фільмам і тому подібне. Чи коректно порівнювати ці два види спорту? Там, в принципі, тож, ну, похож м'яч, образно, ну, относительно. Так сказать. А так порівнювати, ну, как бы у них есть амуниция, мы играем без амуниции, там у них есть остановки, ну, как бы такие там в игре, а регби более динамичный, играется без остановок. Ну, и, как говорится, еще такое основное, ну, там, как, отличие, то, что нам, ну, не требует, там есть кроссовки, футболка, шорты, ты уже играешь, а в американском, да, ты уже можешь играть там, а в американском футболе, ну, им требует амуниция, поэтому... Особисто не грав, так? Якщо чесно, не дивився матчі, дивився матчі з американського футболу, але принаймні на вид регбі здається доволі небезпечним видом спорту, це так? Да, это правда, так и есть, но если выполнять все упражнения, все задания в игре правильно, то есть тактично, так как отрабатываются на тренировках, то довольно-таки безопасный вид спорта, не будет травматичным. Бывают, конечно, конфузы, когда и переломы, всякое случается на поле. Ну да, травмы в основном возникают, когда там образно там подготовленный человек или не подготовленный. Ну, в принципе, все равно с первой тренировки человек, когда приходит, он может сыграть, получить, ну, удовольствие, останется довольным, поэтому как бы... Травми везде присутствують. А є якісь критерії для того, щоб відібрати, ось можна подивитися на людину і сказати, о, от з нього вийде хороший гравець в регбі? Да, конечно же, есть. С первой тренировки видно, когда человек воспринимает информацию. Очень тактичная игра. И правила довольно-таки простые на первый взгляд, но
потом это все усложняется как бы уже комбинациями, такими техническими моментами. Но если человек приходит, и мы видим, что он физически готов, он правильно бежит, он может отдать пас, кинуть мяч, то ему будет намного проще и быстрее он будет развиваться в регби. Вообще нет у нас пределов, даже если человек пройдет там, скажем так, хромой, ничего страшного, научим его бегать, и он там просто его тренировки затянутся на 4-5 лет, чтобы стать нормальным игроком. Ну, должен, как говорится, быть это. Сила борца, ум шахматиста в регби должно присутствовать. Поэтому, ну, как бы. И маленький, і большой може іграти. Кожен знайде своє місце, так? Да. В американському футболі, до цього я просто порівнюю з американським футболом, тому що до цього ми спілкувалися десь приблизно рік тому із гравцями нашої команди «Вікінги» з американського футболу, і вони казали, що вони розподіляють гравців за фізичними даними. Тобто, наприклад, на перших позиціях грають такі, скажімо, більш крупні хлопці, на позиціях, хто там трошки подалі, вже хлопці такі, вони більш шустрі, менші за фізичними даними, так, але більш спритні і швидкі. В регбі, наскільки я розумію, також розподіляються гравці за таким чином. Тоже, так, ну, розділяються просто в регбі, як є ігроки нападіння і ігроки защити. Ну, на полі все одно, как бы, ну, грають всі, просто кожен, ну, свою функцію виконує. Команда ділиться на схватку і веєр. Схватка – це ті ребята, які борються на полі, участвують в схватках, це коли, к примеру, в таком виде спорта, как регби 7, 3-3 происходит схватка, да, при потере мяча, выпадение его вперед. И веер, это которые больше играют в пас. То есть больше финтят на поле и больше играют в пас. Все ж таки, так, це такий вид спорту, до якого потрібно готуватися. Не можна все ж таки отак просто взяти, вийти на поле і почати грати, так? Ні, як я говорив, можна з першої тренування прийти і вже, ну, як би, почати грати. Ну, проще, конечно. Конечно, более уже, ну, чтобы для понимания, это там надо, ну, хотя бы там пару недель отзаниматься, чтоб. А так не вопрос. Первой тренировки человек приходит, там, как бы азы объясняются, он может играть. И, ну. Мы ставим новых игроков даже в игры для того, чтобы они быстрее росли. То есть, чем быстрее человек прочувствует эту игру, тем быстрее он начнет расти, он будет понимать тактику игры. Естественно, чтобы хорошо играть и получать результаты, нужно долго тренироваться. Опорные тренировки – это единственный залог успеха в этой игре. А наш регбійний клуб «Корабел» існує з 2010 року, так, якщо я не помиляюся. А на інформації сайту нашого регбійного клубу зазначено, що наші гравці є у складі збірної України з регбі, так? А так як це олімпійський вид спорту, то нам, в принципі, є чим похизуватися. Ну, они являются игроками сборной, но, к сожалению, не в олимпийском виде спорта, а в регби-лиг. Регби-лиг? Да, в регби-лиг. И есть заслуженный мастер спорта, есть у нас парень, наш воспитанник Кобылянский. Он играет сейчас за... До этого он играл, до сегодняшнего дня он играл за румынский клуб, да, Артём? Да. За румынский клуб на контракте, то есть его воспитали, одесситы его доработали, и уже как готовый, ну, настоящий игрок, спортсмен полноценный. Он профессионально, пришел, как да, бы, в профессиональную лигу. Если мы все, как бы, ну, Корабел, образно, любительский клуб, ну, все, как бы, ходят, ну, ходят на работу, ходят на тренировки, да, это так сказать. Сергей Танцарев, он получил мастера спорта, да, Артём? Угу. Получил мастера спорта по регби-лиг, он принимал участие в играх, в соревнованиях Украины, занимает команда «Легион» 13, первое место. Они, скажем так, на протяжении уже практически 10 лет, 8 или 10 лет занимают первое место. Они монополисты по силе, по развитию, ну, очень жесткие ребята, красивые. Мы с ними играли, очень сложно играть. В Харькове они нас принимали, мы играли здесь, да, тоже их принимали. Ну, очень приятно с ними было поиграть, это колоссальный опыт для нас, для нашей команды, независимо от того, тринашка это, пятнашка, либо семерка. А, наскільки розумію, тут також є таке питання, як фінансування, так? Воно відіграє свою роль у цьому виді спорту в Україні? Конечно же, очень сильно. Ну, клуби, как бы, здесь... Клубы разделяются, да, там по Украине есть как бы профессиональные клубы, ну, вы знаете, там те, кто получает зарплату, ну, игроки, допустим, и там у них, ну, есть как финансирование, ну, есть как бы любительские, ну, большинство, конечно, клубов любительские, ну, профессиональные, понятно, у них из-за того, что, ну, как бы люди больше подготавливаются к этому, у них, ну, и рейтинг выше.
мы как бы относимся к любительскому клубу, поэтому... Много из крупных городов тоже любительских клубов. Мы все играем в одной и той же лиге. Все встречаемся, регбийное братство, это вообще одна большая семья по, вот, в Украине сейчас. Мы общаемся со всеми федерациями, приглашаем друг друга на всяческие соревнования, на турниры, на кубки. Проводим в Николаеве, вот у нас будет, по дате будем определяться в связи с карантином, будет кубок корабелов по пляжному регби, есть такой, еще такая разновидность спорта. Нас приглашают в Черкассы, может быть, вот поедем на 4 июля, нас пригласили. Ну, посмотрим, посмотрим. Основное, что на сегодняшний день мы получили базу. Получили базу на стадіоні спорткомплексу «Заря». Ось так. Це була насправді, наскільки я розумів, достатньо велика така проблема і виклик для нашого клубу, так? Вперше за 10 років нам вийшло прорватися і отримати, ну, скажімо так, спорткомплекс, да, в розпорядження, в користування. Ну, благодаря тому, що от буквально недавно ми були у мера, пообщались, присутствував глава управління спорту, да, Олег Машкін. Ми сіли, приємно поговорили, і дійсно вперше для нас це дуже великий показатель. Вся Україна нас підтримала, услышав цю новость. Тобто це новий толчок к развитию нашого виду спорту, к новим достиженням, воспитанню нових ігроків. Тобто тепер у вас є власне ваше особисте місце для тренування і для проведення ігор, ну, так? Ну да, вплоть до того ж образно там, ну, де как бы інвентар можна хранити, потому що, ну, на протязі там 10, ну, там 10 лет там ми там образно з собою постійно там ті ж м'ячі там щось привозили там ворота на ігри, і що, ну, или как бы поле була проблема постійно для проведення ігор, потому що стінялись туди-сюди или що за ігра там образно було там поле без трибун, ну, как бы люди стоять. Мы сталкивались с такой проблемой, да, что... Город не может дать, ну, поле, чтобы поиграло, ну, как бы... Скажем так, у города его не было. Да, который, ну, как бы мы... Тем более, это чемпионат Украины. Ну, не солидно. Бы, да, как бы... Мы приходили, просили в свое время поле для проведения высшей лиги, чемпионата Украины. Это был полуфинал. Мы вышли в полуфинал в том году. Каков это был? Это был где-то 16-й год, да? Мы дебютировали в регби-лиг. И сразу показали очень хороший результат. Мы заняли 4-е место по Украине. Опять же, очень помешало нам то, что не было тренировочной базы и не было где играть. Нам пришлось играть в Новой Одессе. Ну, снова же, у нас нет полей, которые готовы для регби, которые готовы для вообще проведения такого формата мероприятий. Пришлось провести в Новой Одессе его. Ну, на сегодняшний день, конечно, мы очень рады. Мы благодарны городу за то, что нам выделили это место. Ну, результати не заставить себе ждати. А наскільки це поле підходить для того, щоб грати на ньому у регбі? Так, можливо, там потрібно провести якісь там додаткові роботи, розмітку на полі зробити, там ворота підігнати, да, можливо. Ні, ну как бы в принципі розміри поля стандартні і как бы покриття, ну, просто перед ігрою, да, там, ну, проводиться, ну, розмітка, розміщається там флажки, ставляться ворота, і все. А так поле, ну, підходить ідеально для проведення. Ну, просто местоположення нормальне, це там как бы местоположення, ну, не, і как не мало важно, потому что всем. А де, до речі, знаходиться? Стадіон Заря. Театральне, да. Стадіон Заря. Тобто майже центр міста, будь-хто зможе, да, доїхати. Да. Тобто тепер домашні ігри нашого клубу можна дивитися вдома, безпосередньо, да, на трибуні, да, так? Хоча город как бы, ну, небольшой относительно, но все равно, когда все привыкли там, допустим, если уже Октябрьская, то это уже далеко, вот мы там базировались на Дюсеша 5, да, как бы, ну, было проблематично там, образом. Все равно, да, по поле времени, не да, соответствует добираться постоянно, ну, тут оно влечет за собой все, и травматичность, ну, очень неприятно падать на такую, скажем, уже застывшую землю, утоптанную, проще падать на траву, а так у нас в игре в основном задействованы бег и захваты, да, борцовские, то мы постоянно і іспитуємо контакт з землею. Тобто трава тут майже такий необхідний елемент для того, щоб... Це матрас для нас. З якими складнощами довелося зіткнутися нашому регбійному клубу, окрім відсутності власної бази? Количество людей, популяризація даного виду спорту. Ізначально ми зайшли зі сторони ігроків, ми як руководитель федерації, должны были заходить немножко с другой стороны. Мы должны были набирать секции,
вырастить детей, которые к этому придут, мы начали играть сами. И в тот период, когда ребята закончили институт, пошли на работу, женились, дети, у всех есть свои заботы, семьи, и некоторые ребята выбыли из команды за счет того, что, ну, по личным причинам. Ну вот с людьми детские у нас была секции, проблема, да. Ну, нам нужно было когда, начать с секции. Когда, да, начинали как бы играть, ну, мы начали играть, играли, все выросли, там прошло 10 лет, да, и в итоге как бы проблема, ну, с тренерами, ну, как бы, что тренера, ну, допустим, сейчас вот, ну, надо тренера, допустим, чтобы для развития там дальше регби, там, и открытие детских секций, ну, как бы мы тоже занимаемся там, популяризация в школах, там приходим в школы, тоже рассказываем о виде спорта, о регби. Ну, детям очень нравится, потому что, ну, как бы это для них и новая, и динамичная игра, ну, и она командная. Ну, поэтому очень интересно. То есть это, ну, не индивидуально там один игрок, как бы, ну, или там, поэтому... А футбол уже так, ну, не, ну, футбол тоже приївся, ну, просто да, ну, дети играют в футбол, ну, допустим, в футболе более уже как идет там отбор, правильно, там кто-то там, ну, играют все, ну, там, в дворовой футбол, а когда уже играть в команде, допустим, то уже не всех могут взять в команду. А в регби, как бы, все рады и, ну, все поддерживают, как бы, поэтому такая более, ну, командная игра. Более дружеская игра, да. Футбол, он более распространен, поэтому, куда люди все идут, детей, на футбол. Вот, потому что футбол, он популярный, он везде, он на слуху, он есть и дворовой, и профессиональный, и любительский. Туда приводят детей, и мы просто наблюдаем такую картину, когда ну, у некоторых детей не получается играть, тренера не уделяют им достаточного внимания для того, чтобы воспитать из них нормального футболиста, потому что есть конкуренция, она очень большая. Дети более способные, естественно, занимают первые позиции и уходят там в основу команды, да. Остальные дети, вы знаете, как они себя ведут, они там обижаются, плачут. Теперь появилась альтернатива, когда они могут прийти к нам, мы не переборщиваем, мы воспитаем всех детей, сделаем, ну, да, максимум то, что от нас требуется. 6 лет могут спокойно приходить. Ось, до речі, так хотів спитати. Да, і дівчатки грають теж. У нас в Україні є, до речі, да, жіноча ліга, так? Так, є, да, жінські команди по регбі 7, участвують, да, вони там і на чемпіонатах Європи. В Миколаєві поки поэтому... жіночої немає команди, так? В Миколаєві поки немає жінської команди. З удовольствием наберем. Покажем, как женские играть, да, пробовали, поддержим. Да, и студенческие команды, потому что, ну, как бы, есть уже универсиады регбийные, там, вот, в этом, в педагогическом институте собирали один раз команду, она играла, ну, один сезон сыграла, как бы, на универсиаде по регби-лиг, и все, как бы, ну, дальше, как бы, ее процесс развития не пошел, не знаю, упадок, и, ну, нет поддержки самого института, не было, как бы, они... Изначально хотите едьте, едьте, там, соберите там все там. Ну, как бы мы организовали, все там, ребята поехали. Но... Институт не поддержал, да, на этом и остановились. А как бы все хотят, знаю, уже, все хотят готовый результат. Вот в чем, как бы, еще такая проблема, потому что, как бы, с кем не общаешься, а где вы, а что вы, а как? Ну, а где такая... вы выиграли, а какие, да, у вас, да, ну, как, ну, как бы, да, мы выигрываем, там, стараемся, там, то, ну, играем, но... должна какая-то, ну, минимальная, мы там не просим образно там какой-то дать, ну, финансовой поддержки, дайте вот, ну, допустим, как вот нам для клуба дали там базу, все, мы занимаемся на этой базе, мы там сами уже там, ну, найдем, ну, остальное будем искать для развития, главное, что есть. Так же самое студенческое, чтобы, ну, было развитие, вот, допустим, чтобы там институт дает базу, там, вот там, занимайтесь на этой базе, развивайте студенческое регби, от нас там, допустим, вот, ну, тренера предоставляем, и все, и развивается, и институту, как бы, дополнительно это баллы идут, ну, рейтинга, и нам, как виду спорта, потому что, ну, там ребята, допустим, отзанимаются в институте, выучатся, а потом, может, кто-то будет дальше. Могут играть, стать там, в основе нашей, да, команды. Как бы, вот такие есть, ну, как бы, образно, тоже проблемы на пути, потому что, ну, все хотят уже готовые результаты, а займет ли ваша команда сразу перше місце. Гарячі, да, люди так у нас, да, в цьому плані. Именно. Ну, багато, до речі, спортсменів стикаються з такою проблемою, ось там починають, а що ви вже здобули, так? А які гарантії, що ви там займете призові місце у цьому сезоні і тому подібне. Ну, це таке ось вічне, можна сказати, питання. Тобто, трошки не вистачає у нас, так, популяризації цього виду спорту для його розвитку, так, наскільки я розумію. От в тому году, да, ще, да, інтересний момент, був проведений чемпіонат України серед десантно-штурмових войск,
вот, допустим. И, да, ну, Артём тренировал 79-ю аэромобильную. Да, занимались тренировками вот 79-й аэромобильной бригадой. И вот она заняла, допустим, 6-е место. Хотя мы там провели, ну, буквально неделю потренировались, короче. И вот... В общем, зачете по Украине среди военнослужащих, да, да, вот 6-е место, я думаю, показатель за неделю. Третье место, третье, да, даже, да. Команд, да. Третье место. Да, действительно хороший показатель. Команд, да, поэтому, ну, как бы тоже, ну, как бы предоставлена была от бригады, допустим, база. Спросили сразу ребята, что вам надо. Ну, это мы сказали, дайте поле. И людей. И мы придем, да, будем тренироваться с вами. Ну, все, как бы, поэтому вот такое... Вот такая ситуация, как бы даже как пример. Поэтому, воспитать, ну, мы можем, натренировать мы, да, можем, да, всему, если, обучить, конечно, можем. Да, сравнить, что нам там нужны за... люди, команды. Да. Как правильно сказать, ну, сравнить, что там результат там за неделю с какими-то большими там, ну, конкурентами, то, ну, это, конечно, нереально, а так, в принципе, если вот. Ну що ж, хлопці, дякую вам за візит, дякую за цю розмову. Єдине, що я можу вам побажати, це розвитку і ще раз розвитку, тому що спорт дійсно динамічний, він красивий. І дійсно хочеться, щоб у нас в Україні розвивались такі позитивні ініціативи. Тим паче, це дійсно добре популяризує здоровий образ життя, спорт серед молоді. Да, будут афиши по городу, когда будем проводить домашние матчи, приходите, всех будем рады видеть на поле. Вот, так, на нашій трибунах. Команді, до речі, потрібна наша підтримка. Да, очень-очень. Ми будемо раді. 100% енергії ранку.